С 18 по 19 ноября во Владивостоке из-за спада температур и дождя со снегом на проводах появился лед. Линия электропередачи связи оборвала. По сей день жители части города находятся без света, воды, отопления. Серьезно досталось интернет-провайдерам и коммунальным службам, которые вынуждены работать круглосуточно в данной обстановке. За более чем 20-летнюю историю компании мы впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. На сегодняшний день задействовано порядка 150 человек личного состава. Также мы привлекаем с начала недели дополнительных подрядчиков для восстановительных работ. Задействовано порядка 20 единиц специальной техники. Во взаимодействии с администрацией города Владивостока, администрацией края, управляющими компаниями, электроснабжающими организациями, нам удалось на сегодняшний день восстановить более 85% сети. В экстремальных условиях специалисты подряда восстановили более 500 обрывов оптического кабеля, перетянуто 60 километров оптики. Сварщикам и мастерам приходится трудиться с голыми руками на обледеневших крышах. Ледяной шторм, много нависло на кабеле льда. Порвало. Сейчас в основном делаем магистрали, чтобы запитать районы. Дома отдельные, пока мы еще не в состоянии восстановить. Так что работы много. Всю оперативную информацию по восстановлению сети компания «Подряд» публикует на своем сайте «Подряд ТВ». За дополнительной информацией можно обратиться в контакт-центр по телефону вашего города. Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.